Всем здорова, с вами Крал, и сегодня я одел треуголку, пристегнул деревянную ногу, посадил своего попугайчика Поли на плечо, повязку на глаз нацепил и скомандовал на абордаж. Арр, ведь сегодня мы посмотрим на игру «Пираты онлайн». Для начала выбираем сервер и создаем персонажа. Редактор персонажей возможностями не блещет. Выбираем одного из четырех доступных персонажей, два пирата и две пиратки. Далее смотрим загрузку, выбираем ему профессию и вперед свистать всех наверх. Но игра, к сожалению, встречает нас отвратительными кадрами. И то, что игра была сделана в 2000 году, это не оправдание. Для сравнения, есть тот же второй VR-квест, да и вообще, что там VR-квест? Есть Guild of War, ребята. Нет, этой игре в плане графики оправдания нету. После появления вы начинаете бегать от одного чувака к другому, выполняя квесты. Притом, пока вы не выполните квесты, на палубу вы не ступите. Притом, квест на суше довольно стандартный. Убей 8 баранов, убей вожака, убей медведей, убей там, я не знаю, каких-нибудь лис и так далее. Хотя в море все то же самое. Потопите 5 кораблей деревянной ноги, возьмите на абордаж брик какого-нибудь кренделя. И, кстати, выглядит это довольно-таки убого, не чета корсаром. Играть, откровенно говоря, скучно, а зайдя в какой-нибудь порт, вы встречаете такую картину. Игроки, разодетые в нелепые наряды крокодила Гену с ружьем, панду, тигра, иногда динозавра, но это всего лишь питомцы ваших конкурентов. И знаете, я даже видел одного чувака в балахоне с маской и косой. Такое чувство, что игру сделали одни люди, а потом отдали ее корейским товарищам, чтобы те добавили своего говнеца в игру. Скажем, несуразные наряды, огромные светящиеся мечи, больших панд в костюмах в качестве питомцев. Хотя сама прокачка навыков выглядит довольно неплохо. Махая мечом, вы прокачиваете умение махать мечом. Помахал топором, плюс один к умению топора. Попали в шторм, повысилась маневренность корабля и так далее. Зачем каждое повышение того или иного параметра сопровождается полыханием земли под персонажем и табличкой «Тот или иной параметр у вас теперь прокачан на плюс один». Хочу сказать, в итоге, при откровенно, говорят так, минусах и сомнительных плюсов, игра оказывается полнейшим шлаком, годных только для совершенно упоротых фанатов пиратской тематики. С вами был Краулер. До новых встреч.